Всем привет, ребята! Меня зовут Люда, и вы пришли на канал Миаблог. Сегодня я буду, как сказать, троллить людей, ходить по событкам. Я играю в роли мужика, это ничего обычного. Поэтому, да, извините меня за это, но мне просто так удобней, так что извините. Итак, сегодня мы будем, как сказала, искать событку, а вы немножко подождите, пока я найду её. Так что... Время потихи сейчас. Итак, я нашла уже событку. Вот такая событка, где свадьба, наконец-то. Так, тут что-то мне написали. Точнее, я не знаю, мне ничего не писали, но окей. Мне еще ничего не писали. Так, я сейчас напишу. Так, Глеб. Хочу написать Хлеб. Глеб. Мне написали, возвращаю подарки. Я буду рофлить. Что такое рофлить? Это, как сказать вам, это то, что... Так, мне не писать просто, ребята, извините. Это то, что когда пишется ошибка, например, я буду сейчас рофлить. Как вы видите, рофлю. Да, ребят, у нас пошел дождь вместе с грязой. Неудивительно. Я сейчас одна дома. Это да! Поэтому да. Сорян. Так, пофиг, что ты возвращаешь подарки. Итак, интересно, что нам напишут. Я пока что смеюсь в роли такого. Так, ты чокнутая. Ты правда чокнутая. Ты реально чокнутая. Вот. Потому что она реально... Что она сделала? Она что, мне толкнула? Что, реально мне толкнула? Так, блин, у нас реально громко будет странно. Ну окей. Так, алло, как смешно, ты нарушишь. Да, я нарушите. Так, я такой. Я такой. Вот. Итак, сейчас я напишу. Ты тупая. И меня